В России начался осенний призыв. Последние новобранцы отправятся к местам службы прямо в канун Нового года, 31 декабря. В нашем регионе к срокам подошли более гуманно и спланировали кампанию так, чтобы новгородские солдаты отметили праздник уже в воинских частях. Первые повестки в почтовые ящики потенциальных военнослужащих отправились еще в начале месяца. Этот уже начавшийся осенний призыв в Новгородской области планируют закончить к 20 декабря. За это время через районные и областные призывные комиссии пройдет около 4000 юношей. Задача – отобрать для службы 485 человек. Эта цифра, пожалуй, главное отличие от предыдущих кампаний. Она значительно ниже. В целом условия призыва и самой службы все те же. Все новгородские призывники в течение года будут учиться и служить в военных частях Западного военного округа. Призывники наши служат в мирное время, в мирных условиях. Беспокойство у родителей насчет того, что их дети будут направлены для прохождения службы в так называемые горячие точки, сегодня безосновательны, потому что войска, находящиеся за границей Российской Федерации, а также принимающие участие непосредственно в боевых действиях, комплектуется исключительно военнослужащими по контракту. Несмотря на риск, желающих отправиться в армию как на работу, с годами меньше не становится. В рамках весенней кампании служить по контракту пошли 20 новгородцев. Осенью планируется отобрать еще 14. Тогда задание Министерства обороны будет выполнено. Отбор на военную службу по контракту производится исключительно на конкурсной основе по наличию вакантных воинских должностей и полученной специальности гражданина. То есть его специальность, помимо того, что это высшее или среднее профессиональное образование, должна быть родственна или схожа с военно-учетной специальностью, да, которая требуется вооруженным силам. По всем вопросам, связанным с призывной кампанией, сам рекрут или его родители могут обращаться в областной комиссариат. На протяжении всего осеннего призыва для этого будет работать специальная горячая линия. Ее телефон 77 24 20.